Что молодая жена сделала с Петросяном? Первые подробности. Блогер Лена Миро дала оценку блюдам, которыми кормит юмориста Евгения Петросяна его молодая супруга Татьяна Брухунова. По ее словам, артист с большим животом сейчас выглядит так, будто в любой момент может умереть от инфаркта. По мнению блогера, Петросяна кормят калорийными и жирными блюдами, тортами и прочими сладостями. Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала, могла бы просто микродозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же – верная и довольно быстрая смерть, написала Миро в своем блоге. Она добавила, что подобный рацион для 74-летнего артиста, скорее всего, окажется губительным, а Брухунова не может не понимать этого. У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано ее имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот, как бы это помягче сказать, не задержался на этом свете, задалась вопросом блогер.